Nadal is wide open. Big point for Ferrer. It's a breaker. Is to get that through to them. The best players are fast. You've got to be quick to set up your shots, like this guy. Look at him take a look at his opponent before he goes back to take care of that lob. Oh, that's pretty, isn't it? Seven, five. 6-2, 6-love, Nadal will play in the French Open semifinals on his 19th birthday. And thank you to David Ferrer. You made that first long set some of the best tennis that... Роджера Федера, простите. До конца надо играть. Сейчас. Да, попался Надаль. Эту фамилию. В будущем. А пока еще один брейк делает Надаль. И Федер. Прошел обводящий удар. Ювелирно. Здорово, здорово. Непривычно много. Если он поправит вот это дело, если у него меньше будет ошибок, пусть соперник выигрывает вот таким образом. Да, Надалю. А может быть такой вариант? Мужик. Может, готов. Надаль готов и знает. Задето, естественно. Удостоился этой возможности. Хотел сказать чести. Нет еще. Опа, какая классная ситуация. Корявенько, но все равно Рафаэль Надаль все-таки смог. Смог выжить из ничего. И показатели 15-30. Ну, немножко заиграла молодость-то здесь, переиграла. Надаль давно надо... Девятнадцать лет испанскому теннисисту исполнилось вчера. Нет, сегодня у него день рождения, так, кстати. Рер, точнее, Надаль здесь сплоховал. Явно сплоховал. Вот. И... Потяжелее как-то, вот по... тяжелее, действительно. И слово знакомое вылетает на губах. Просто читаешь до боли знакомые выражения. В американских фильмах так часто говорят. Я, правда, не знаю, как по-русски это будет.
Ну, очень понятно, почему. Потому что третий сетбол у Надаля. Это Федерер должен выиграть. Пятнадцать лет испанцу. А как он разделался сейчас с первой ракеткой мира? Элементарно. На третьем сетболе игроки появляются на корте. Мешают они. Тем более это за спиной. Тут всякие шорохи и шелестения слышны Федерера. Даже с его железной психикой было бы неприятно. Я думаю, что вот это мы с вами еще не раз будем смотреть. Нет, нет, нет. Сегодня это не день Роджера Федерера. И его игра по стилю... Катрич 1-1. Раз Надаль выиграл в этом году в финале турнира в Майами. Федерер взял реванш. Есть от чего свалиться, есть от чего потерять голову, равновесие, и есть от чего сойти с ума. Но Надаль молодец. Ну, Надаль дает. 6-3, 4-6, 6-4, 6-3. Четырехсетовый поединок, который продолжался 2 часа 47 минут. With Mr. Mats Wilander, three-time champion. Sí, la verdad que ha sido un entrenamiento bonito, ¿no? Para mí jugar con un jugador como él, pues, es algo importante y inolvidable. Y bueno, también, la verdad que el entreno ha estado bien. Hemos hecho un buen entreno, creo que he jugado bien. Y yo y él también. Y así yo creo que me lo ha pasado bien un rato, algo importante, ¿no? Блестящая свеча. Как попался сейчас Надаль? Он был в финале. А выиграл он, сейчас я вам скажу. Еще он был в финале турнира в Буэнос-Айресе в Аргентине. Гастону Гаудию в финале обыграл. Касабланку Марокко он выиграл в начале апреля месяца. Попал? Попал. Ну, вы чувствуете по эмоциональному восприятию это. Ай да Пуэрто, какой молодец. Мини-брейк мы с вами наблюдали. Теперь уже 4-3 впереди Мариано Пуэрто. И две подачи
аргентинского теннисиста. Попал. Попал Надаль. Первый сет выигрывает Мариано Пуэрто. 7-6 по геймам и 8-6 по маленькому счету на тай-брейк. Виповской лужи. Вот прямо туда, за спиной у Рафаэля Надаля, ложа почетных гостей. А у нас как бы за экраном, вот здесь, за спиной у Мариано Пуэрто, комментаторские кабины. Слева ложа прессы находится. Ну и так далее. В общем, не отвлекай ее. Вот затягивает. Такое впечатление. Сейчас счет больше. Красавец. Молодец. Три сетбола образовались. Нет, аргентинцу этого не отыграть. Второй сет за Рафаэлем Надалем. 6-3 счет второго сета. Чудеса. Опять чудеса творит Надаль. Зависит от подачи, а тем более, что уже первая подача не прошла. Ну что, вторую закручивает Пуэрто. Сколько у него? Одна двойная была до этого. Вот только я начал бухтеть про эти двойные ошибки, как почувствовал, что сейчас дрог. Все-таки Пуэрто выкрутился. Второй год подряд аргентинский теннисист в финале открытого чемпионата Франции. Ах, какой молодец за Надалем. Сейчас 5-4, 40-15. Да, таких вещей мы с вами... А два последних... Ну, сейчас, давайте. С ума сойти. Сумасшедший матч. Рафаэль Надаль выигрывает. Ну, просто невозможно усидеть на этом матче. Близок Надаль к общему успеху. По 30 не дает. Не дает Мариано этой возможности сопернику. Ладу и напомню. Ролан Гаррос, кстати, выиграл в 89 году Майкл Чанг. 17 лет и 109 дней ему было в тот момент. А вот это матчбол. А вот это матчбол. Ошибается на матчболе. По-моему, сдался в конце концов. И Рафаэль Надаль лежит на красной глине центрального корта Ролан-Гаррос. Рафаэль Надаль, победитель открытого чемпионата Франции 2005 года.
Рафаэль Надаль, пятый в истории теннисист, в столь юном возрасте одержавший победу в турнире Большого шлема. И как эмоционально он это сделал. Действительно очень оригинальный, необычный и теннисист, который, думаю, что еще будет нас радовать своими успехами. А, простите, это, по-моему, король Испании, если я не ошибаюсь. Хуан Карлос, он вот, вы знаете, он только к окончанию матча появился здесь. И первые поздравления от Хуана Карлоса. Радостные минуты. Тони Надаль. Человек, который научил его играть в теннис и привел к вершинам мастерства и вот такая блестящая победа. В Марокко, в Касабланке, турнир средненькой категории. Вдруг такая возможность. Ну, 26 лет. И вот 19-летний испанец Рафаэль Надаль в сопровождении девочки. Очень приятная процедура. Нюанс великолепный. Я думаю, надо взять на заметку организаторам Кубка Кремля. Зинедин Зидан и Кристиан Бим вручают вот этот почетный трофей победителю, испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю, который продолжил славную испанскую традицию. Смотрите, Моя, Феррейра, Коста за последнее время выигрывали. Это только за последнее время.